Всем привет! Меня зовут Константин, родом из города Красноярск. И Павлу Борисовичу обратился с таким запросом, вопросом, поскольку по роду своей деятельности я занимаюсь профессионально маркетингом, онлайн-маркетингом. И была задача вырасти из какого-то там высококлассного специалиста, который работает с проектами, в больше руководителя компании, который занимается своим бизнесом, организацией, созданием и прочее. Была такая ситуация, что там никак это не получалось сделать самостоятельно, как бы я ни пытался, как бы я не стремился это сделать, понял там через какое-то время, что дело, видимо, в голове, что-то я не так думаю, что-то я не так организую. Поскольку там в экспертизе Павла Борисовича не было никогда вопросов, и знаю его уже там почти 20 лет, что он этим занимается профессионально, и все отзывы у клиентов и прочее, прочее. То есть он для меня был совершенно проверенный вариант участия и решения своих проблем, поскольку я с ним давно знаком и точно знал, что он там больше 20 лет занимается правда этим делом, не так, как бывает, что там говорят, я там занимаюсь 20 лет, а сам только 2 года там, или только вообще начал. Нет, здесь на самом деле все так и есть, поскольку это правда, и в его тренингах я имел честь и, не побоюсь этого слова сказать, везение и удачу участвовать еще порядка 20 лет назад. Так вот, обратившись к Павлу Борисовичу, у меня был один, наверное, крупный запрос, который, повторюсь, я не мог преодолеть сам. Это выход на новый уровень, пробитие там, того самого стеклянного потолка и там самоосознание, почему у меня что-то получается, почему у меня нет каких-то результатов, которые я бы хотел, несмотря на все-все старания. Благодаря Павлу Борисовичу сейчас ситуация начала меняться. Это уже можно точно сказать. Прошло еще недостаточно времени для того, чтобы сказал, что все там изменилось, все полностью теперь хорошо, но это требует времени, требует определенных действий с моей стороны, уже физических действий, да, теперь стало понятно, что делать, как делать, для чего делать, с какой целью, почему и так далее. То есть полностью вся мотивация, видение, да, вот этой картинки в будущее, оно появилось, и теперь осталось это просто сделать руками, ну, на что требуется время. Рекомендую всем, кто в такой же ситуации или в подобной. Почему? Потому что у Павла Борисовича есть готовые решения. То есть наверняка ваш кейс, так же как и мой, это не будет первый или какой-то уникальный кейс. Там у всех плюс-минус все похоже. И у Павла Борисовича есть готовые решения, чтобы вот сказать, вот у тебя вот это, потому что то-то, 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 тебе надо делать это, потому что это. То есть это не обязательно там изобретать велосипед и какие-то шишки набивать самостоятельно, когда можно прийти и просто как в магазине выбрать и взять готовое решение и дальше уже делать, и все. Поэтому 1000 благодарностей. Надеюсь на работу и в дальнейшем тоже. Будем продолжать, это 100%. Всем с горячим приветом и пожеланием записаться к Павлу Борисовичу и вперед!